Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу показать вам совершенно небольшую часть того, что осталось от привезенных из Таиланда аромамасел. Часть еще есть, но они в более крупных бутылочках. Я покажу это в следующий раз. А сейчас разделила по категориям, что ли, то, что можно объединить в группы, но вот это вот фруктовые ароматы, и вы видите аромат персика, дыни, смеси фруктов. Следующий ряд – это цветочные или растительные ароматы, это трава лимонная, лемонграсс, это роза, это розмарин, это растение док-пип, это мотыльковый горошек и эвкалипт. И из таких экзотических, расслабляющих, умиротворяющих запахов. Это запах океана, спа и релакс. Вообще в Таиланде огромное количество эфирных масел, и они представлены и в виде вот таких вот жидкостей, и в виде диффузоров, и ароматических палочек. Совершенно-совершенно разные варианты. И почему же они так популярны? Зачем они нужны? Используются они, как правило, для ароматизации помещений. И это одно из самых популярных направлений использования эфирных масел. С их помощью решаются не только бытовые задачи, но и производится профилактика и дезинфекция. Создается особое настроение. Ароматизация – наименее интенсивная и строгая, и наиболее доступная методика ароматерапии. Можно говорить много о каждом из масел. Я сейчас постараюсь буквально несколько слов в следующих видео рассказать о каждом из этих эфирных масел. Надо сказать, что здесь вот в таких пузырьках по 5 мл, купить вы их, конечно, можете в Таиланде совершенно по разной цене, точно так же, как, впрочем, и здесь или через интернет-магазины. Кому повезет больше, кому-то меньше, но, тем не менее, потраченные деньги с лихвой окупают хорошее настроение, приятное такое умиротворенное состояние и хорошее самочувствие, потому что очень многие эфирные масла добавляются в гели, в кремы, но об этом я уже говорила в каком-то старом-старом видео, я ссылочку на него обязательно прикреплю, оставлю под этим видео. И благополучно начала говорить, и мысль куда-то плавно перетекла. Можно буквально по несколько капель, по 2-3 до 6 капель добавлять в ванну, добавлять в гели и шампуни, привычные для вас, в кремы, если они не запакованы в пузырек, в тюбик, а находятся в баночке, и потом перемешать. Все это очень-очень благотворно влияет на вашу кожу, на настроение, на общее состояние. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.